Об основных этапах развития малышей от рождения до года расскажет врач-педиатр Шаповалова Валерия Прокопьевна, которая ведет прием в клинике для детей и подростков СМ-доктор на улице Космонавта Волкова. Здравствуйте, Валерия Прокопьевна. Здравствуйте. Расскажите об основных этапах развития малышей. Развитие ребенка первых месяцев жизни включает в себя физическое развитие и психоэмоциональное развитие. Как правило, оно действительно поэтапное. От месяца к месяцу ребенок развивается, получает какие-то новые навыки. Давайте начнем, наверное, с ребенка новорожденного. Этап новорожденности – это от момента рождения до первого месяца. Этот период для ребенка очень важен, потому что ребенок начинает жить совершенно в новых для него условиях, вне организма мамы. К этим новым условиям он должен адаптироваться, приспособиться. Поэтому для того, чтобы этот этап прошел нормально и максимально комфортно для ребенка, ребенок выбирает такой путь: как можно больше кушать по возможности, с тем, чтобы набирать вес, получать физическую силу и много спать, для того, чтобы экономить энергию свою, для того, чтобы все системы органов его заработали на полную силу. Что мы видим у ребенка? Во-первых, ребенок в периоды бодрствования он хаотично себя ведет. Его движения хаотичны, он совершенно еще не может сделать какое-то целенаправленное движение. Обычно ребенок находится с согнутыми ручками, ножками, кулачки крепко сжаты. Любой свой дискомфорт ребенок проявляет плачем. Чем громче ребенок плачет, чем громче ребенок кричит, как это ни покажется парадоксальным, это лучше. Потому что это говорит о том, что у ребенка есть силы, он не беспомощный, вернее, он не ослабленный. Потому что ослабленный, маловесный ребенок даже не может подать качественный сигнал о том, что его что-то беспокоит. Он может продолжать спать, он может быть безучастен, он может внешне со стороны выглядеть совершенно спокойным и благополучным. При этом, если ребенку не хватает молока, если мы говорим о первом месяце жизни, то у него нет сил даже подать сигнал о том, что ему не хватает молока действительно. Поэтому, как правило, даем рекомендации маме обязательно ребенка будить. Каждые там 2,5 часа обязательно мыть его, попу мыть. Обязательно прикладывать его к груди, если это грудное вскармливание. Если это искусственное вскармливание, значит, обязательно предлагать ему бутылку с молоком, чтобы ребенок вовремя получал нужное количество еды, чтобы он не испытывал голода, чтобы он прибавлял в весе и мог нас дальше радовать уже следующими этапами своего развития. Если новорожденного ребенка вот от 0 до месяца мы кладем на животик, то ребенок пытается удерживать головку, поднимать головку. Не удерживать, а приподнимать. Кому-то это удается лучше, кому-то это удается хуже. Но здесь самое важное, чтобы ребенок пытался это сделать. Это буквально доля секунды или секунда какая-то. Но ребенок приподнимает исключительно головку. Если ребенок приподнимает больше головы, например, бывают такие случаи, что он поднимает и шею, и верхнюю часть туловища, и даже плечи, и пытается опереться на кисти рук, это не очень хорошо. Потому что это говорит о том, что тонус у ребенка слишком высокий. И это есть повод для того, чтобы показаться в ближайшее время и педиатру, и неврологу. О психоэмоциональном развитии на первом месяце жизни, ну что могу сказать? Конечно, он во сне может улыбаться, во сне может гримасничать, в зависимости, наверное, от того, какое физическое состояние в этот момент ребенок испытывает. Если у него все комфортно, не болит животик, он сытый, он будет улыбаться во сне. К концу первого месяца жизни ребенок начинает следить за неподвижным предметом. Например, если вы предложите посмотреть ребенку на какую-то игрушку, достаточно крупную, расположенную примерно в 30-35 сантиметров от глаз ребенка, то ребенок будет пытаться фиксировать взгляд, пытаться ее разглядывать, эту игрушку. И в этот момент, опять же, появляются такие звуки удовольствия.
звуки, что-то уже похожее на гуление, на агу. Наверное, с этого возраста. Но я думаю, что и раньше, прямо с момента рождения, обязательно нужно разговаривать с ребенком. Нужно очень внимательно на него смотреть, разговаривать, все проговаривать абсолютно, обращаясь к нему с добрым естественным выражением лица, с улыбкой, говорить. Потому что это такая связь необыкновенная. Вы буквально через несколько недель получите в ответ и улыбку, и огуканье. А это, в общем-то, задатки довольно ранней речи у ребенка. Ну и вообще это просто каждому родителю приятно, когда у ребенка все хорошо и в физическом плане, и когда он начинает с вами общение вот такое. Второй месяц жизни. Это в физическом плане ребенок лежа на животе поднимает головку, удерживает ее какое-то время и пытается поворачивать головку из стороны в сторону. Лежа на спине, ребенок начинает достаточно целенаправленно управлять своими ручками, пытается их поднимать, пытается их разглядывать, пытается дотрагиваться до лица, до рта. И, в общем-то, эти движения уже становятся достаточно точными. Ребенок активно гулит, узнает своих всех близких, маму, папу, улыбается. С третьего по четвертый месяц ребенок начинает активно интересоваться игрушками. Он совершенно спокойно удерживает игрушку, вложенную ему в руку. К концу четвертого месяца приблизительно начинает сам захватывать из игрушек то, что ему нужно. Поворачиваться со спины на один бочок, на другой бочок. Лежа на животе, ребенок активно удерживает голову и подолгу удерживает. Начинает пытаться достать стоящие перед ним игрушки путем либо подползания на животе, либо потянув на себя пеленку, на которой эти игрушки разложены. Дальше следующий этап. Ребенок, приближаясь приблизительно к шестому месяцу жизни, начинает активно, лежа на животе, начинает подтягивать под себя ножки, пытаться привстать на коленочки, пытаться ползти. Ну, то есть это вот такое время развития ребенка, когда он умеет уже много всего в плане физического развития. Он уже готов к тому, чтобы присесть самому из положения, стоя на коленочках. Активное ползание начинается. Наверное, между 6 и 8, я бы сказала, месяцами, ребенок учится активно ползать, подолгу стоять на коленках, раскачиваться на коленках, при этом, стоя на коленях, садиться на бочок. С этого времени мы можем считать, что ребенок сел самостоятельно. Как только ребенок сел самостоятельно, мы совершенно спокойно можем держать его у себя на коленях в сидячем положении. Мы можем начинать кормить ребенка в стульчике, в специальном, предназначенном для кормления. Примерно именно с этого возраста начинается активный прикорм. То есть, когда ребенок уже начинает получать помимо грудного молока или смеси, кашу, овощи, все, что называется прикормом, это делать уже удобно в сидячем положении. Ребенку хорошо в стульчике, за столиком. Учитывая, что у него уже хорошая моторика развита, мы можем дать ребенку в руку ложку, и он будет этой ложкой сам возить в тарелочке с кашей, в тарелочке с овощным пюре и пытаться сам себя накормить. Первые попытки, конечно, у него будут очень интересные. Родители говорят иногда, как же так, все же будет грязно. Да, все будет грязно. Но в этом-то и прелесть, что ребенок будет учиться сам делать какие-то вещи. И кроме радости, это, наверное, не должно приносить других эмоций родителям. Приблизительно в возрасте от 8 месяцев до 13 месяцев ребенок начинает ходить. Сначала это хождение по манежу или внутри манежа, внутри кроватки. Потом это хождение вдоль опоры по квартире, вдоль дивана, вдоль кресла, вдоль стола, держась за что-то. Ну и уже к самостоятельному хождению совершенно. В плане психоэмоционального развития, конечно же, уже масса эмоций у детишек. Приблизительно с 4-5 месяца мы уже представляем, что за характер у ребенка. Каждая мама и папа знают к нему подход. Как раз здесь вот иногда бывает, что родители говорят о том, что ребенок нами манипулирует. Ну, наверное, да. Наверное, с этого возраста ребенок уже имеет свои навыки
общения с каждым из родителей или с теми людьми, которые чаще всего встречаются, ну, общаются с ребенком. Поэтому здесь важно очень выстраивать достаточно правильные взаимоотношения с ребенком, решить для себя, что правильно, а что неправильно, как правильно реагировать на ту или иную эмоцию ребенка. Нужно обязательно все-таки чаще общаться со своим врачом, с педиатром, который наблюдает ребенка, с неврологом, который тоже может, кстати, очень много подсказать. Ну и вообще, наверное, с тем человеком, которому вы доверяете. Я и не исключаю, конечно, массу литературы, которую сейчас молодые родители могут черпать из любых источников. Ну, источники должны быть все-таки проверенными. Дорогие родители, я желаю, чтобы ваши дети были здоровы, счастливы. Потому что здоровые, счастливые дети – это наше счастье, это наша жизнь. И я желаю вам по любым вопросам, которые возникают у вас, ну, тем более с любыми проблемами, обращайтесь к врачам, к педиатрам. Будьте здоровы!